на страже детского досуга. На пресс-конференции в издании «Московский комсомолец» в Саратове состоялось обсуждение состояния и безопасности детских игровых площадок в Саратове и области. Эксперты отметили, что в 2016 году в Саратовской области было установлено около 200 детских площадок, которые полностью соответствуют нормативам. Места для установки определяли сами жители. Однако одной из главных проблем, связанных с содержанием детских площадок, оказались противоправные действия третьих лиц – вандалов, которые ломают деревянные конструкции, прожигают резиновые покрытия, обливают чернилами сиденья качелей. Беречь. Средний срок службы площадки составляет это 10-15 лет. Это гарантия, то, что это устойчиво, то, что это все закреплено, применимые материалы, необходимые и безопасные для детей. Но у нас нет таких площадок, которые бы столько служили, потому что нет регулярного обслуживания. Жители, может быть, к этому относятся, что если бесплатно установлена она во дворе, искрит, то она не наша. Можно что-то отковырнуть, можно что-то сломать, прожечь, похитить. Спикеры сошлись во мнении, что необходимо повышать культуру населения и учредить придомовый контроль за детской площадкой, который должна осуществлять управляющая компания и неравнодушные жильцы. Есть двор. Во дворе есть управляющая компания. И есть жильцы, которые самые активные. Но, может быть, именно эти самые активные жильцы или там именно сделать такой контроль именно внутри домовой, за площадками. Я думаю, ну если есть управляющая компания, но это же не только та компания, которая только собирает деньги, да, и, возможно, там что-то чинит. Но это же и та управляющая компания, которая может наладить какую-то такую атмосферу в доме, хотя и во дворе этого дома. Также эксперты напомнили, что с 2003 года действуют национальные стандарты ГОСТ о безопасности детских площадок. Прежде чем сдать площадку в эксплуатацию, изготовитель должен предоставить паспорт на этот объект с информацией о том, что он прошел все испытания, произведен серийно, и также сертификат соответствия национальным стандартам и СанПин.